Друзья, хочу вам показать мотокосу Эхо. Японская мотокоса Эхо. Моя тетка сейчас ею пользуется. В данный момент стрижет. Хочу показать вам, как это выглядит. Смотрите, женщина справляется. Мотокоса Эхо. Уже с 2014 года ни одного ремонта. Легкая, справляется даже женщина, всегда заводится безотказно. И вот у меня моя тетушка моя. Вот так вот выстригает все. Вот такое вот у нее вот так вот получается все. Вот такая территория. Вот смотрите, это вот самый оптимальный выбор. Лучше, чем штиль. Во-первых, тише работает. Во-вторых, легче во много раз. И качество, конечно же, на высоте. Сборка чистая Япония. Сейчас я вот не знаю, может быть, уже таких нету. Чисто японских. Это Эхо. Эхо. Ну, как бы правильно, я считаю, название Эчо. Вот так вот она отстегивается и кладется. Шикарная, безотказная коса. Справляется даже женщина. Бензиновая. Модель. Какая модель-то? Сейчас я скажу, какая модель. Вот видите, Made in Japan написано. Не вижу, какая тут модель. Ну ладно, не столь важно. Вот она такая заюзанная уже. И вот что интересно, обратите внимание, выхлопная вот труба, вот она не прогоревшая абсолютно, уже за много лет. Никаких подтеков, ничего нету. А в жестком режиме, конечно, она эксплуатируется. Вот такая алюминиевая штанга. Ну, кнопочки все целые, видите, они без всяких сколов, из нормальной пластмассы сделаны. Регулировочный вот этот винт. Что-то плохо он у нее закручен. Вот так вот. Резиновые вот эти вот мягенькие. Они, видите, без всяких этих сколов. Ну, Ростест стандарт, значок стоит. Бензинчик там. 92-й бензин разбавляется зеленым маслом для мототриммеров. Вот, собственно говоря, и все видео. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.